Эту книгу я посвятила всем людям, которые хотят повысить качество своей жизни. И основная идея книги о том, что счастье, оно не кратковременно, а в нем нужно жить постоянно. Собравшиеся в читальном зале библиотеки жители и гости Анапы смогли ознакомиться с биографией и профессиональными качествами автора, задать многочисленные вопросы и получить исчерпывающие ответы. В заключении встречи по просьбе зрителей Татьяна Витальевна провела небольшой сеанс психотерапии.